1-0. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! The Scorpion touch. Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! For the top! Oh my God! What a goal! It's incredible! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Юг Италии живет и дышит футболом, и сегодня мы в гостях у самой темпераментной публики Апеннин. Первый тайм начался. Бакайоко. Жилинский. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Есть тут возможность к воротам убежать. Опасная атака нарушением прервана. Вполне за такой и карточка может быть. Достает арбитр горчишник из кармана. И какие тут оправдательные могут быть мотивы? Почему не красный? Единственное, что... К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Юг Италии живет и дышит футболом, и сегодня мы в гостях у самой темпераментной публики Апеннин. Первый тайм начался. Бакайоко. Жилинский. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Есть тут возможность к воротам убежать. Опасная атака нарушением прервана. Вполне за такой и карточка может быть. Достает арбитр горчишник из кармана. И какие тут оправдательные могут быть мотивы? Почему не красный? Единственное, что мне приходит в голову, ну, наверное, пытался сыграть чисто в мяч. Captain Marvel, the Scorpion touch.